Ох, я уже и не вспомню, когда последний раз видела сестер. Мне кажется, это было в прошлой жизни. Очень скучаю, и мы сейчас общаемся в режиме FaceTime, скидываем друг друга какие-то полезности, какие-то посты. И вот, кстати, так меня Вика и познакомила с очень интересным блогом, где, наверное, каждый пост на вес золота просто. Я очень благодарна сестре, что она меня познакомила с Натой. Ната специалист по психосоматике, рассказывает о взаимосвязи эмоционального состояния и здоровья, о грамотном питании, о женском здоровье. И вот уже 2 апреля Ната проведет вебинар, который я, кстати, обязательно собираюсь посмотреть и вам искренне рекомендую, потому что будут затронуты очень важные темы. Как обрести уверенность в себе, как найти свое предназначение, как быть постоянно в таком вот ресурсном состоянии, как наладить финансовый поток, что тоже очень актуально и важно. И причем работа не внешняя, работа с нашими внутренними факторами. Поэтому давайте посмотрим этот вебинар и будем меняться к лучшему. Знаете, Дима сказал, что не стоит стремиться быть идеальным отцом, а то что? А то Миечка будет себе искать потом мужа, и такого идеального, как я, просто найти не сможет, и будет у разбитого корыта. Поэтому надо немножко умерить талант. А то сложно будет дочке потом найти себе такого мужа. Ну, вы поняли принцип.